Ма олду амаллыкцы, ма олду бузуклукцу, ма олду терс, ма олду цюре, ма олду умметтен мусульмалыктан чыккан бар топтан кафир шайтан. Алай тали, бияғы саңа бұрлы ол датаны біріс керек. В 2017 году исполняется 190 лет со дня вхождения Балкарии в состав Российской империи. Этому историческому событию предшествовали важные контакты между горскими обществами и российскими властями, длившиеся 200 лет. Түрінде көрмей кеткен затларым бүгін таза чынды көріне тұрарлы. Алайда еттім да қадиге письмоныкем алып барған. Аллайын, немеді, мен ол дата была, датаны сору была, мен күрешейдім. Сообщаем, что ваше обращение в устной форме, сделанное в ходе личного приема 9 августа 2012 года в приемной президента Российской Федерации по приему граждан, и обращение в письменной форме, поступившее на имя президента Российской Федерации, в целях обеспечения вашего конституционного права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления направлено на рассмотрение в правительство Российской Федерации в соответствии с компетенцией по разрешению поставленных в нем вопросов. Уважаемый Мурадин Джибрилович, Министерство регионального развития Российской Федерации в соответствии с письмом аппарата правительства Российской Федерации от 15 августа 2012 года. Номер П-16-352-71 рассмотрело ваше обращение по вопросу проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 185-й годовщине добровольного присоединения Балкарии к России, и в рамках своей компетенции сообщает следующее. Указом президента Российской Федерации от 4 августа 2010 года. Номер 983 утверждены правила рассмотрения предложений и инициатив, связанных с празднованием на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации. Далее, правила. Вышеуказанные правила определяют порядок деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по подготовке и рассмотрению предложений и инициатив, связанных с празднованием на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 правил, празднование на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации осуществляется на основании актов президента Российской Федерации по предложениям правительства Российской Федерации. Инициативы, связанные с празднованием на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, в соответствии с пунктом 5 правил, направляются президенту Российской Федерации. Федеральными органами государственной власти. Законодательными, представительными органами государственной власти, а также высшими должностными лицами, руководителями высших исполнительных органов государственной власти, тех субъектов Российской Федерации, празднование памятных дат, которых предлагается провести на федеральном уровне. С пунктом 6 правил, инициативы, связанные с празднованием на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, могут также направляться органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, гражданами Российской Федерации в законодательные, представительные органы государственной власти тех субъектов Российской Федерации, празднование памятных дат которых предлагается провести на федеральном уровне. Указанные инициативы рассматриваются законодательным, представительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации, и в случае одобрения направляются им президенту Российской Федерации. Необходимо также отметить, что одним из критериев для предложения о праздновании на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации является 50-летняя кратность памятной даты субъекта Российской Федерации. Эслерінде жоқ өділі, бүгін осы ені біле бірге сен алалай жашыла бұлай жашыла деп бір айтаса, неге сен алан эслерінде жоқ өді. Мамилетіні бек қиын заманында, ол адамла өлі, кемін машинасы жана, кемі түйілі, кемін түйерге чаба, айланған заманларында қайды еділі, ол бүгін сен біле бірге болған патриотла. Жылсалар бұлауа, о заманда милетке жарысы тиелді. Алай бұла, бір күнді күнінде растеп немеден жер түбінен шығып қалғанлар. Кестерді шығып қалғай, қатып патриотлар мүлет жұмыштың қаталып бір кішіге бермей қойғанлар.
на это собрание собрались все главы администрации горских населенных пунктов, депутаты. На нашем собрании присутствует министр по делам национальности Анзор Курашинов, заместитель муфтия нашей республики Хазар Мисиров, общественники и Хасаня Бела, депутаты парламента. И в Хасане Белоречье, так как депутатов нету, среди всего приглашены члены общественных советов. Алказим Бекбернче тауш эштилген, ол сені біле бірге бияғы сен келіп, әлі, бияғы сен келіп, бұла ол мені преступлениям мачық әткенділі. Ол пісмануа қайсын келдіргенді. Бұлайда қайсын әліткенеді біргесіне қайсын, алайда қайсын әліткенді біргесіне қайсын. Пісму не пісмуды? Мен республиканың таматасына кіріп, Будатаны федеральный уровень жеттерге керектіріп кіргенме. Ар кіргенде дағыда көп жұмыш өтіп шыққанмы мен амбла. Көп жұмыш не затты. Ма сөзші бүгін Хасанияда да жерлілі жерлі. Ма анада еркірлік мен алған едім. Бүгін бүсіреген бүсіремеген де болсын. Анада ұзақ өтерге еркірлік мен алған едім таматадан. Аны сүні Ақсу бұлалай, көп соруыла, спорт комплексін сүнден, ары ішті жерлені сүнден соруыла көтіріп, алаға да қол алып, сұра бұдатаны дайтамада үсінгіл өтмейім, мұны тері тоқташтыға салға керектіріп. Сұра Коков алай айтады. Мұрадым бұйыл республика демеге бюджетке салып, Москва блокирующий республиканов обычно эту чудатану этебиз. Бүгін ол салыныпты. Аны сүне, аны қошалық түйілбіз. Кел енді жыл, немеде жаз башында, мен аны кесім дауырсыз нөрсіз, харнен тишлетіп, қолына тұттырма. Күнден енді тоқташтырып. Сөнді қой аны. Деген та, мені алай айтқан едім. Ма аны одатан етсегіз, балай автапыры бектетері кедік. Республиканы мамырлығында несінде әрігі жасауында көгістіп, немеге қыралыға көгістіп, немеде ол да бір қайыры болыр еді. Деп, анда аңлатып айттым қалай нетерге біздің. Сонра бұл жарақ түліп дегенде, қоз дегенімлей, ол автапыры бек етерге дегенің өп үстіреді өттірсің әні дейді. Да қалай өттірейім, ол сіздің датаға ол әтерік түйілме дегенме де, ол сіз айтқан датаға. Дата затта көгістіме де, просто ақта пробегетті қой. Мені небіле керегесе болушайым дегенді де, оқы дегенме. Болсын дегенме де, шыға келгенде, бұл қапарына біз өйтке айтқан ма, ма бұлай-бұлай дегенме де. Основной докладчик по проделанной работе я предлагаю все-таки, как, так как больше всех в курсе обзеит Гириев, его предлагаю. Да, сразу Эцева боллог, дегенте, да, Эцева боллог, но он дангл арга боллог, то, лайбай айтхан, дегенме, да, мы на этом расстались. Арта, бір декабрле деме, не деме, обзеит, не фейсбугунда, неме жазылады. Нет у нас, не этих. Нябаевах, Несуюнчевах, Аллай-Баллай. Ол датан етерче, деп жазатта, мен жашылаға бір зат тудырып болуға бұлай, мен мұн айтқан еткен ме бұлай-бұлай деп, көремсе, мұн бай жазған деп айтқан едім. Ну, айтқанымша тудырдыла. Ол немеге келекелгелей, ол автопропек нетерге. Бүгін аңлайма, маңа іш етіп жаздырғаларын аны. Григок Планжан Булат по делам национальности заместитель чакратта мурадын ма письмону немеде была письмо жазып керек керекті немеде тамата буйрып бергенді но письмо жүріме келлей немеде алмайбыз ақ жазатып ледеттерге распоряжениясына сүне резалып жасалып ашылға керекті башынан аппарат президенттерін алай буйрып келгенді рейд а не письмо қалай письмо дегенде В рамках празднования
это вхождение кабарина Балкария арберде алайт. Тамен немеде мне катыш мазгадеп келишкен меде кеммеде. Ну это для внутреннего пользования мрайан процесс сизге башка жерден акча беделет тершон жокту. Акча бу статья бла келетте. Мону бла итер бизе тержин чуну значит деген та хоп олсун деген меде кол салдым бердим кеттим. Сурап письмо о преступлении немеде чыкканды. Кайсын алып келип, сен де келип, алайда эл таматалада жыйылып, эл таматалава башынан буйрук болмай жыйылмау шула Али. Алада жыйылып, сонра экинчи күн эртекти келип мээлетип экенсиз. Келгениң маң айтмагансыңдар Али, о заманды бийик. Билдирмегенсе, о сени чакырганда да билдирмегендин кайсыга да эрттеликте сөйлөшкөнсө булай бир келди. Бир зат таңламай келгенме, о жарып болуп сизге кубанып. Таганица Султанда бірген көздері жанып. Сонра сен да сатылған самрадың деп сөйледі. Олай айтқаның деймі, қағытналы масаласы, абызратасы бұны жатты деп. Дабы бұлай бұлай аңламайсыз, вай, сен предал. В 2017 году Рахаев собирался провести автопробег по балкарским селам в честь 460-летия вхождения народа в КБР в состав России. Для тех, кто не понял, этим самым он хотел утвердить, что 460 лет назад Балкария вошла в состав Российской империи. Не 200 лет назад, а 460, как поданные кабарды. Ради своих интересов этот человек готов продать все и вся. Это публикация Марики Хубиевой с ее страницы в Инстаграм. Сама Марика является карачаевкой, уроженкой Карачаево-Черкесской республики. Почему-то ее очень сильно задела именно эта, ничего не значащая бумажка, подписанная рядовым жителем Кабардино-Балкарской республики. Мурадин Рахаев не является должностным лицом, чтобы решать росчерком пера такие вопросы, как присоединение народов. Но что действительно удивляет, так это то, что карачаевский народ отмечает дату присоединения народов Карачаево-Черкесии к России 450 лет назад. А Марике Хубиевой и ей подобным до этого нет никакого дела. В Карачаево-Черкесии проходят праздничные мероприятия, посвященные 450-летию добровольного вхождения народов КЧР в состав российского государства. Про эту бумажку, подписанную Мурадином Рахаевым, упомянул и общественник из Кабардино-Балкарии Хадис Титуев. В балкарском обществе также есть свои провокаторы, которые из себя строят патриотов, отцов нации, фактически работающих против народных интересов для получения дивидендов личного характера. В соцсетях пишут, Мурадин Рахаев начал заниматься вопросом увековечивания этой даты в 2012 году, напрямую общаясь с администрацией президента РФ и, скорее всего, довел бы работу до логического завершения, если бы не рабочая группа, сформированная в 2017, чтобы перехватить у него этот вопрос. Мурадин Рахаев 25 июля 2017 года обратился на имя главы республики Ю.А. Кокова. В обращении говорится, уважаемый Юрий Александрович, согласно вашему поручению с 20 по 25 августа 2017 года в городе Нальчике планируется проведение Всероссийского молодежного форума «И навеки с Россией». Далее, форум, посвященного 460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав российского государства. Однако, в самом начале своей публикации, Хадис Титуев советует не доверять бумажкам, циркулирующим в социальных сетях. Он, видимо, имел в виду официальные письма с номерами, полученные Мурадином Рахаевым из администрации президента России. Но тут же забывает об этом и клевещет на Мурадина, опираясь на обычную бумажку из интернета. На дворе 21 век, и люди никак не могут понять, что иногда их преднамеренно дурачат, считая их тупыми баранами, и пускай никто не обижается, но чаще приходится наблюдать человеческую глупость, как верит. Любой бумажке, гуляющей в социальных сетях, или слухам, распространяемых по WhatsApp-группам или при встрече своих друзей или соседей. Немеде, миллетін сатқанса. Малай, мен де саңға аңлатырға күрешеме, сен де бұлай дабы кітапсы жұмыш түріп, алай тұтып. Сонра тұтып о күн ол ғылавала письмо жазып бергенділі. Перехватывают, ма о заманда бұ датаны вопросын, перехватывают меннен. Мен арқақа айтып барама, ақ үйге бұ теманы деп дамұрадым, Эл таматала письмо бергенділе, қарайчо планға, ол сейерлік құралан разработчиклені, жұмышларына. Эл таматала письмо бергенділе, сені общественник, безработный человек, мағы сен да бұлаға қошыл дегенле.
Мен уже аңлағанма. Ой, ола башланғаным. Но бір қарайым дейме, бір хоким біледі, бір қарайым дейме. Мен жи білеме, ала жұмыш еті дүлмегерлерінде, етерге, немеді Аллай милетке үлген адамлы болмағаларында башланад, ой, ола. 7-8 жыл келділе, малай, ой, ола. Бұла бір зат етейлі да, ала тоқтық Аллай, мен бар письмо берейім де немеге, аппарат президентағы жаңыдан вопросыны. Бұла жаңыдан чығыйлі, қар жолдан күшілден күшілі болып. Алаға парламент депутатлары қошылдылар, бизнесмерлер қошылдылар, бітті өмілетіні жиып қойылды. Отсағы шетігіз, сау мүлет жиылып қалайды алаға, ғылабала да, құлықшыла да, барысы да. Өмірді мүлет немесезін болмағанла, іштен кетерік біз ұсағатты спектакілді ойнап, бегәрі ойнайылды. Мен көріп тұрым, ну халыққан инандырған қиынеді. Немеде бір кере келік жиылуларына барайық дегенде, жәшілала айтқан әлі, мұрадың мәсен барсаң, соғат мұрадың қажауды бұда тағы деп айтырқыла деп. Сұралай болы келгенде, мен бір жол саңа келем әлі. Саңа келеме де, әлім о заманда бұлай менден вапросын алдығыз, енді ойылла барып тұралла. Мен бұ теманы артқалып, кесім бардырға сүйеме дедім. Сұра сен, ала мұрадың қанса қансов, сен приватизировать меткенсің мүлет вапросланы. Енді ала күреше тұралла. Етті тұралла, сен нек соғыласы ар дейсі да, маңында ол елің біле күреші, сен күреш дейсі да. Ауыл айтқаным ке, елді ба, чырма бұла қайдан чығыйлы, анда айттым да. Сонра, да әлі 2 жыл, 3 жыл ойнадыла, етеріп түйілділе бұла бұла жерлерінде тұпырдап тұрқыла. Бұ іш етіп етті тұралла деген ме, ала айттырмай қоймайсың, мен де ала бұла бірге ме, біз бірге етті тұрамыз. Біз не жұмышлаға жеткенбіз, Москвада ме де сен не хапарың барданы бұла, біз аны тыңлай да тұрамыз. Кірме бері қанса қансов еріктірдің әр бері деп сүйелесе. Дақы сөрі сен дандайсен деп саңа ой шанайым де мен. Сен дандайсен деп қойдым мен өзімішіні. Келе келділе, келе келділе, тоқташтыла. Тоқташтыла да мен бияғы 5 жыл қалады деп регерлей барып письмо бердім. Ары, бұда таныды. Здравствуйте, уважаемый Казбек Валерьевич. Хочу выразить свою озабоченность по поводу неутверждения на республиканском уровне даты добровольного вхождения Балкарии в состав Российской империи. Ранее, начиная с 2009 года, мной, на уровне администрации президента России и главы КБР, поднимался вопрос об утверждении официальной даты вхождения Балкарии в состав Российской империи в 1827 году. На мое обращение в 2012 году из администрации президента России были получены ответы о возможности утверждения этой даты, смотрите приложение 1. В аппарате президента России, где я нашел полное понимание, прорабатывалось масштабное празднование даты вхождения, которое затормозилось по причине некруглой даты. Тем не менее, при очной встрече было разъяснено, что вопрос нужно повторно поднять за 5 лет до ближайшей круглой даты, 200 лет в 2027 году. И был дан формальный ответ. Администрация президента России также связывалась с руководством КБР по этому вопросу. После чего в СМИ КБР появилась информация о проведении неких собраний 30 августа, как утвержденной даты вхождения Балкарии в Российскую империю. Однако официального утверждения даты так и не последовало. Анбергелли бияға бары бірден чықтыла. Бары бірден чықтыла да бияға мен жи немеге кетіп қаламы бір жанына. Алайда айта тұрама. Мен кесім жаңыз, жұмыш өттеме дейме. Алауа, бітті өлті матала, депутатла парламентті, башқа мүлетті белгілі адам бұла. Барысы көріп тұрама, енді мен аны оқи олама да, жанынан бұйрық ба жиылыйлы. Мен барып анда Кадзоковқа кірейім. Не ойылы Алла бұла, не кетіп тұрасы, мен көріп тұрама десем, неге айтаса, лай, мұрадым, немеді бізге неге айтаса, мұй пірчем, маға, ғылабаларығыз, маға құлық шуарығыз. Алла қайт, сен талаға қошыл, біргіз келігіз, біз екі адамнан бір вапросын қарайалық дүйіліз. Не ала тоқтасыла да сен өт, не сен тоқтада әлетсілі, не де сен алаға қошыл деп қойылы. Шара-шара. Аннан, о 5 жылға да жұмыш өтілмеді, мәкөп болмағалай әлі сүйіншілік деп шыққанса. Алла-алла, ештімегеніңіз бар есе бұ қапарыны сүйіншілікізді қазір етігіз. Наконец-та жұмышын тұндырдық. Сүйіншілік берігіз деп шыққанса. Ендір айтайым, кімге тергейіз әлі мүлетінде? Менде башқасында. О мен жеттірген чектен о жұмышыны бір миллиметр тептірген місіз? А вот ответ из администрации Северо-Кавказского федерального округа. Департамент реализации государственной программы социально-экономического развития Севера Кавказского федерального округа Минэкономразвития России в соответствии с письмом администрации президента Российской Федерации рассмотрел
Ваше коллективное обращение, но вопросу празднования в 2027 году 200-летия вхождения Балкарии в состав российского государства. Далее. Юбилей. Перенаправленное в Минэкономразвития России Минтрудом России письмом от 16 марта 2023 года номер 14.4 АОК 1889 и сообщает. В соответствии с указанием заместителя председателя правительства Российской Федерации, Новака Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе изучен вопрос о проведении юбилея памятными датами субъектов Российской Федерации, празднование которых может осуществляться на федеральном уровне в соответствии с правилами рассмотрения предложений и инициатив, связанных с празднованием на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, утвержденных указом президента Российской Федерации от 4 августа 2010 года, номер 983, далее правило номер 983, являются дата основания города, являющегося административным центром субъекта Российской Федерации, дата основания исторического города, дата основания города-героя, дата основания города воинской славы, иные события, имеющие особое историческое значение для становления и развития российской государственности. Согласно пункту 2, правил номер 983, празднование на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации осуществляется на основании актов президента Российской Федерации и предложением правительства Российской Федерации. Следует отметить, что 8 сентября 2006 года президентом Российской Федерации Путиным В.В. был подписан указ номер 967 о праздновании 450-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав российского государства, в соответствии с которым в 2007 году прошли праздничные мероприятия. При этом в рамках соответствующего указа выделение этнонациональной составляющей не проводилось, а историческая дата вхождения Кабардино-Балкарии в единстве населяющих ее народов была отнесена на существенно более ранний срок. Кроме того, в соответствии с указом президента Российской Федерации от 16 октября 2018 года в 2022 году состоялись праздничные мероприятия в честь столетия образования Кабардино-Балкарской Республики. Учитывая изложенное аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Министерством культуры России и Федеральным агентством по делам национальности России поддержано предложение о проведении юбилея на региональном уровне, а также выражена готовность оказать необходимую информационную поддержку мероприятиям, связанным с юбилеем, и обеспечить распространение информации через информационные площадки. Дата на федеральном уровне не утверждена. Послушайте еще раз. Учитывая изложенное аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Министерством культуры России и Федеральным агентством по делам национальности России поддержано предложение о проведении юбилея на региональном уровне. А вот что об этом написал Хадис Титуев. Третьи кричат, из-за некоторых балкарцев не дали провести празднование на федеральном уровне. Да, не дали. Значит, есть объективные и субъективные причины. И кто в теме этого вопроса, знают эти причины и факторы, которые повлияли на статус мероприятия. При этом напомним, что сделан первый шаг. Официальная политическая власть осознает, что так дальше нельзя. И народ, который собрался 11 января 2024 года на это торжественное мероприятие, показал свое единение и сплоченность. И это увидели те, кто принимают решения на уровне республиканских властей. Официальные люди, уполномоченными властными полномочиями, дали от имени республиканской власти слово, что здесь к 2027 году будет стоять мемориальный комплекс. Титуев признал, что дата не утверждена на федеральном уровне. Эта дата не утверждена и на республиканском уровне, иначе было бы постановление правительства или указ главы республики. Но Хадис Титуев обнадеживает читателей тем, что кто-то дал слово. Далее послушаем пространные речи Алита Таркулова, стараясь понять, куда они успели. Все успели, все сделали. И мехопарлама, со всей ответственностью вам заявляю. Просто не меды, ахрена дэр, туп-туп, мабрек, чкюн калды дэгенде, чаптер Бергелле, Бельгенете, именно за 5 лет, как и положено. Алайда, дня меня джашла,
чабып ишлебайлангаларын мен билип көрүп турама. На празднование 200-летия подали за 5 лет, как и положено. Буквально в последние дни декабря подали за 5 лет до празднования в 27-м году. И эти документы, подготовка документов, получение справок с Академии наук, рекомендации правительства, ОЛБУ, все прошли и все тормозили, но последние дни подали. Потом это должны были рассматривать в правительстве, и это дело тянулось. Потом пришел ответ, что давайте это все здорово, но давайте это праздновать на республиканском уровне. Так за что просил Сююмчулюк Татаркулов Али. Но дальше еще интереснее. Центр по этому поводу думает так. В России 200 народов. И если каждый народ будем на государственном уровне будем праздновать, то немеды очень неловко получается. Да. Оно было дали поручение отмечать это на республиканском уровне. Вот оно как оказывается. Уважаемый Али Татаркулов знает, как думает центр. Хотя те федеральные чиновники, общавшиеся с Рахаевым и знавшие Татаркулова, были иного мнения. Сюенчулюк, берегири, если мы не берегсис, менжет тргим, олболомбо, айттрмэ коймисен, ни якай деп заткадет учин, деп югнедера. Энде терек дюйсен Али. Майнды мен айтама, ол чекке менжет тргим, республика уравинде ожумыш барча. 4 сентября 2012 года. В Кабардино-Балкарии дни вхождения Кабарды и Балкарии в состав Российской империи впервые отметили отдельно. Ташла салгандан сура, 1 миллиметр тептерген ми сиз ожумушну? Решение рабочей группы деп, калай чыгарасыз бери? Продолжаем выпуск. В Нальчике сегодня установили информационный камень, на месте которого в 27-м году будет открыт памятный комплекс в честь 200-летия вхождения Балкарии в состав российского государства. С подробностями наш специальный корреспондент Наталья Булат. Камень находится на проспекте Ленина рядом с улицей Тластанова. На церемонию собрались представители органов власти и общественности, жители Нальчика, других городов и районов. Решение открыть памятный комплекс приняла рабочая группа правительства республики по увековечению 200-летия вхождения Балкарии в состав российского государства. Рабочая группа вносит предложение правительства. Если рабочая группа создавать это правительство, это там это указывало. Закон Кабардино-Балкарской республики. От 18 декабря 2012 года номер 94 РС. Об увековечении памяти исторических событий, а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой. Принят парламентом Кабардино-Балкарской республики. В соответствии с частью 1 статьи 7 вышеуказанного закона КБР установление памятных знаков, памятников, мемориалов, мемориальных досок и иных мемориальных сооружений производится по решению главы Кабардино-Балкарской республики, принятому по собственной инициативе либо по ходатайству органов государственной власти Кабардино-Балкарской республики, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений и граждан. Вопрос: где можно ознакомиться с данным решением главы КБР? А бүгін сіз решение рабочей группы деп шығарып салғансыз. Энтере білеміз қалай барып то жұмыш. Мен барсам, сіз де параллельно барыпсыз. Жұмышы мен өтсем, сіздің қолыңыз бұл өтерік тілі. Малай етіледі жұмыш. Мо заманда мен өткен ме да, Бетбаев әтмеше әттерші өткен тілі. Ма мені қағытымы да, ана бірінші кере шыққаны да, күллеріні қарағыз да, жылларыны да, аңыларықсыз. О заманда мен Москвада бір 20 кере түбешіп, осы орынысымнан кесім берей кеплес о заманда әлей. Мен қырал структуралар қатшыр қонамаймын деп қатшымағаным. Ансы қырал кірдіп беріп, болшырға сүйіді. Мағылайда айтайым, Коноков Салах қабарғаным, ол башы сауды бүгін. Кел қатшы бері деп. О заманда алай адам табалсыйым, мен өнемеді Пампесна ожумышын өттүргені тергедім. Қыралда идеяма бүстүрген еді. Қыралға да тап келейді ожумыш. Бүгін Кавказға үлгі өтергек. Россия біле бірлікні, Россия біле бір болғанны
жаштыры бізді, қарты бізді, не бізді, сәби бізді шығып, аны белгілеп, милеті бізді үлкен үлгеді, Кавказда бізді милетлігі де үлгі бері келдік, ол малай бары келді. Аны болуғын сүйме келді, черкесі естіра етілді дейілді. Исуры алаға, сіз болушқансыз ұжымыш бармасыша. Ма айтқанымша, ғай-ғай десең, ма мені қағытларым, маңында очный встречала, жазылып тұрады очный встреча деп. Ма о заманда ары сөйлешініп, Канукавға, ет, мұныма былай, республиканский уравинді ет, 2200 жылық нуа, федеральный уравинге шығарсыз деп, айтылған еді. Исуры маңа, нетерге қалай етерге үйретіп еген еді. Артта, ма мені қағытларымма алып, аннан башылағандыла. Ол бүгін ойна байланғалыла. Исура энтрайда 7-8 жылыны ойнап, 1 мм тепмегенділі. Тепмеген сіз дейім, әлі. Ма мен де қошылып бірге тебіздеген екізді, сүйіншілік деп шығарша не зедеткенсіз. Алалла, ештімеген екіз бар есе бұқ апарыны сүйіншілікізді қазыр етігіз? Энтті салағыз 20 таш. Энтті 22-20 да салағыз. Ма мен ол немен үсінден бір айтайым, датан үсінден. Сен мен алайда аман бетлетіп, мұрадым саттырып, бүгінлікте сіз не бетігіз біле ұшықпары қалқан алып, мол қыс-қыс шық, көгісті байланады. Аннан сұра, машинды тұқым таматалады құрағандыланда бізді, алада менме деген құлыққа дешіліп тұрған қара шығыз мұрадымды бұ қағытым деп аны көгісті өді ұялма қалай. Мен бүгін Чес Кабарды деп, Чес Черкеси деп де, автопробекле етсем де, Это ничего не значит, Али. Екінші күн, датаны деп сүйелген еді алықма. Ғай-ғай дейсең, Али. Бүгінлікте, Карачаева Черкесия ол датаны белгілейді. А сонра, Карачаева Черкесиядағы президентлері, глава региона, бұйрық айтып өттіріп тұрғанда да датаны. Да сұранды ақырын көтірге жарамайды вопросын бүгін. Нек десең, уже признан главой Карачаевцам. Дата признанна. Алаймы да? Ман айтама, кімге тергейсіз адам баған деп. Ма мұратын сдавал малқарын датасын, кімге сірі сдавал деп айталасыз бүгін. Не затты ол немені қағытыны весі? Мен алайда, қол в рамках этого праздника ақча бөлігіз автопробек кедіп, жазған есім, қол салған есім, аңында іш етіп, мамыны бұлай қайырланға болық түріп еттіргенілі. Нұхо, алай болмаса да, мен аңын қол салған есім, қалай преступление болды аны бұлы. Кесігіз бұл астыла бұл келішкен дейтіп, политика дейтіп жұмышлы етесіз, амен жұмышы терге жарамайды. Бүгін бұл етті тамыла бұл етеріп іздеп. Сіз аңын өтері керексіз да? Сұра айта тұрама. Не зат, неме чырмау болуыды аны бұла, бір аңғат шығыз. Біздің датабызға. Мен 3 кере, 10 кере, 20 кере де автопара бекетсем, не біле? Сын еді ол дата. Ардері 20 жыл, 20 болан жыл, бітте орай оларыпыз, школларыпыз белгілеп тұрғандырады. Сонра белгілеп тұрғаны сілекін жаны көтірге жарамайды. Ма сіз, ма милетін алай сый бересіз, алай өтірге айтысегіз. Ма бұлай айтайықта милетін алдайықты. Западный технологияларын кесі міндеті бізді шлетейсегіз, аңға көреді қарнегізді. Подытоживая сказанное выше, приходим к выводу, что целью этих деятелей, во главе с Татаркуловым, является уничтожение всех существующих инициатив, связанных с празднованием даты присоединения Балкарии к России и недопущение возникновения подобных. Инициатив касательно аналогичной даты присоединения Карачая к России. При том, что внимание Татаркулова давно было обращено на дату присоединения Карачая к России. Как иначе объяснить активные действия по отстранению Рахаева от вопроса даты? При этом был сорван общероссийский автопробег, планировавшийся Рахаевым и его единомышленниками в КБР, с целью сближения молодежи из разных регионов России. Попутно дискредитировали Рахаева и дальнейшую ярую вовлеченность Али Татаркулова и Марики Хубиевой в тему присоединения Балкарии. Чего они добиваются, контролируя все движения по этому вопросу в Кабардино-Балкарии и игнорируя точно такой же вопрос в Карачаево-Черкесии? Это осуществляется полностью в интересах антироссийской Черкесии строительной программы, поскольку именно воплотителям этой антироссийской программы важно навязывать антироссийские настроения среди населения Северного Кавказа. Именно им нужно, чтобы кавказская молодежь воспитывалась в антироссийском ключе, что они и пытаются.
осуществлять через свои информационные ресурсы и своих агентов. Празднование же дат добровольного вхождения Карача и Балкарии в состав Российской империи идет вразрез с планами черкесей-строителей, поскольку служит воспитанию молодежи в патриотическом русле общероссийской идентичности, служит укреплению единство российского государства, служит примером другим народам Северного Кавказа. А Татаркулов и его команда практически под корень подрубила эти инициативы в Кабардино-Балкарии и не дала им взойти в Карачаево-Черкесии. Оклеветали Мурадина Рахаева. Тоже в пользу сепаратистов-черкесей-строителей. Помним, как Марика Хубиева фальшиво истерила на своей странице, будто Рахаев предал прошлое Балкарии. Данный вопрос Мурадин Рахаев решал сам, лично встречаясь с ответственными лицами из федерального центра, а команда Татаркулова, отобрав этот вопрос у Рахаева, передали в руки черкесей-строителей от власти и дали им возможность юридически закрыть данную тему. Рахаев, тем не менее, будет продолжать работать в этом направлении. Ясно, что и команда Татаркулова не остановится. Была возможность сделать что-то очень важное для патриотического воспитания молодежи всей нашей страны, показав искренним народным примером любовь к родине, патриотические чувства, в противовес, насаженным западными политтехнологами, антироссийским мифом о вековых войнах и геноциде. Но получилось, как получилось и сегодня. Националист, милетчи, койо сен дейді, адамны патриот болғаны да ол түсті үлкпейді. Нек, ол мен патриот мен байрақты көтірген заманда, ол милетті ісімнен, ол милетті кафыры да, мүшіліге да, амаллықсысы да, мүкміне мұсылмалы да, бір байрақты түбіне кілсіне ол түсі болдық үлкпейді. Біз барымызда, тен бізде айтсала ол түсі болдық үлкпейді. Сана Расулулла. Ассаламу алейкум, уважаемые братья. Алейкум ассалам. Дай Аллах, чтоб мы собирались вот таким по хорошим, по дружеским поводам. Всевышний Аллах и в Коране говорит, клянется лошадьми. Здорово, алейкум, хадис отмирает. Там и благо. Где лошадь, там барака и так далее. И кто использует свою лошадь на пути Аллаха, то в судный день все его труды, даже после того, что корм и навоз будут на благих деяниях и на весах. И дай Аллах, чтобы сегодня у наших братьев, те, которые вышли, собрались здесь, в судный день, их шаги, их деяния, их намерения все оказались на весах, на благих деяниях. И долго я не хочу вас как бы задерживать. Впереди вас будет идти наш брат, который знает дорогу. Пожалуйста, большая просьба, держитесь. Сказано, сделано. Раньше такие конные шествия не обходились без флагов, а теперь флаги из рук молодежи исчезли. Напутствует всадников все тот же кади духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской республики Хызр Мессиров. События происходят во время специальной военной операции, и ни одного слова о ней не сказано. Таким образом, в Кабардино-Балкарии полным ходом идет встраивание балкарской молодежи в мифическую Черкесию.